Молодежные инициативы Гомельской области поддержали регионы и столица. Сегодня в Гомеле прошло выездное посещение Бюро Центрального комитета БРСМ. С подробностями Евгения Кухаронок. Зараз у Белорусском республиканском союзе молоди рыхтуют стратегию развития организации на ближайшие 5 годов. С метой организовать работу наибольш эффективно проводится доследование иснующих внутри молодежного объединения резервов. Гомель одразу же вылучился идея прокатить делегата выездного посяджения на молодежном троллейбусе. Маршрут пролягал по центральных улицах областного центра и сопровождался оповедом экскурсовода. Внутреннее оздобление троллейбуса рассказывает про историю развития Гомельской городской организации БРСМ и самые яркие акции, что проводятся объединением. Прокатились на молодежном троллейбусе. Такая, наверное, в Беларуси изюминка Гомеля. Для Беларуси новенькая, но мы вот в Минске все обсудили, может быть, сделать и подобный вагон молодежный в метро, чтобы это было познавательно, чтобы и жители, и гости столицы, а тем более впереди Европейские игры, могли тоже познакомиться с нашей молодежной политикой. Инициативу подхопила не только столица. Вырашено запустить молодежный транспорт во всех регионах краины. С еще одной пропановой делегаты выездного посяджения вышли до керовництва кондитерской фабрики «Спартак», каб у гэтым годе и наступным на предприемстве выпустили специальную молодежную линию шоколаду. Она будет присвечена проекту «Кветки перемоги» до 75-й годовины вызволения Беларуси от фашистских захопников и 70-й годовины Великой перемоги. Мне хочется, чтобы все вот эти инициативы, они закреплялись, они развивались, и есть еще много над чем работать. Но, глядя на такой актив, мы уверены, что будущее у нас в надежных руках, и у нас все получится. Посяджение Бюро Центрального комитета БРСМ прошло у Гомельском державном университете имя Франциска Скорины. На обмеркование выносилось шмат питаний, многие разглядались в формате открытого диалога. Евгения Кухаронок, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель».